Всем привет, на связи Телегин Денис, и в этом видео я хочу рассказать о том, как установить подвесной унитаз. В отличие от стационарного унитаза, подвесной имеет ряд преимуществ. Во-первых, он выглядит намного эстетичнее, и во-вторых, он упрощает процесс уборки в помещении. Устанавливать мы будем инсталляцию фирмы Гиберит, у нее в комплекте есть все для монтажа, кроме самого подвесного унитаза, который покупается отдельно. И сейчас я пошагово расскажу весь процесс установки. И первое, с чего мы начнем, это установим высоту инсталляции. Следует помнить, что инсталляция ставится уже на чистый пол, то есть либо это плитка, либо керамогранит. На самой раме инсталляции есть уже отметка метр, которая легко позволит нам установить нижние ножки инсталляции. Вторым этапом мы монтируем слив канализации. Для этого в основной стояк мы монтируем отвод под 90 градусов, в него вставляем манжет-переходник и уже отвод самой подвесной системы. Здесь есть один нюанс. Очень часто высота, которая у нас получается при монтаже, не совпадает с высотой инсталляции. Как правило, она всегда выше. И для того, чтобы у нас эта система совпала, нам необходимо этот отвод, уголок повернуть либо влево, либо вправо. После того, как мы определились с высотой слива канализации, а он должен равняться 23 см по центру канализации, мы окончательно по уровню выставляем рамную конструкцию этой инсталляции. Потом затягиваем окончательно нижние болты, и для страховки с каждой стороны рамы мы закручиваем по 3 самореза. Саморезы идут в комплекте, они имеют уже сверло на своем конце, поэтому легко входят в металлическую раму конструкции. Итак, мы выровняли нашу конструкцию при помощи уровня по горизонтали. Теперь нам необходимо закрепить нижние ножки и закрепить саму эту инсталляцию к стене при помощи специальной шпильки, которая идет в комплекте. При помощи этой же шпильки мы выравниваем саму конструкцию уже по вертикали.
После того, как мы выровняли раму по вертикали и по горизонтали, закрепили ее к стене и к полу, мы накручиваем саму конструкцию специальные шпильки с насадками, на которых впоследствии будет висеть сам подвесной унитаз. На этом все. Смотрите мои другие ролики и подписывайтесь на мой канал.